Привет! Я Каролина Михайлова, мне 11 лет. Мой рост 163. Я очень быстро бегаю и хорошо плаваю. Стихотворение. Я пишу. Вот, пеку пирог, варю компот. А в комментариях мне отвечают. Вот! Так значит, мирная жизнь у тебя. А ты знаешь, то, что в мире война идет. Я пишу. Посмотрите, это кот. Он смешной и жутко себя ведет. А в комментариях мне пишут. Черт, как ты можешь? Там-то и там-то погиб народ. Я пишу. Я кормила птенца дрозда. Еле выжил, упал с гнезда. Мне пишут. Как ты можешь? Какой птенец? А ты знаешь, что с рельс сошли поезда? И я пишу. Лежу в траве, а в голове в моей глупые мысли скачут. И вдруг мне внезапно приходит ответ. Я думал, я мертв, а оказалось, что нет. Я читал про кота, про дрозда. Компот. Так все-таки шанс на жизнь у людей остался. Значит, шанс у меня и у нас все-таки есть.